Да я бы не сказал. Но вообще, кстати говоря, не я же удалял себе дреды, это сделал Флип и Старец. Я покорно стоял в этот момент на коленях, а он ножницами их не срезал. Насильно вас обрезали? А? Насильно обрезали вас? Нет, зачем? Я добровольно пришел по сценарию клипа как раз-таки в церковь, где, собственно, старец меня ожидал и упал на колени. Он ножницами такими большими отрезал все дреды. После этого вы носите на коленники? Да, не полегайте. На коленники, на самом деле, это такая история. Очень естественным образом сложилось, потому что на концертах ты между песнями зачастую принимаешь цветы и подарки. Люди хотят благодарить, люди дарят подарки, цветы. Для меня в первую очередь это любовь. И когда ты подходишь к краю сцены, проще это сделать, принимать цветы вот таким вот образом. Если не было бы на коленях, ну, у меня постоянно колени в синяках было, я придумал вот такую историю сделать. Это очень удобно и безопасно. А дома перчатки для роз? Может быть, дома тоже надеваете, чтобы полы помыть? Еще раз. Например, полы помыть тоже часто надевают такие колени. Полы сейчас все уже не мою, не готовлю. Раньше всем этим занимался. А сейчас не хозяйственные уже? Нет, сейчас уже просто прихожу домой, варяться на диване, отдыхать спокойно. Ничего не делать, потому что кто как отдыхает. Я действительно отдыхаю так. Я прихожу домой, ложусь на диван и просто лежу, ничего не делаю, в телефоне там залипаю, какие-то там смотрю. Не, ну вообще, какие самые дикие от фанаток были попытки прикоснуться к вам? У меня самые лучшие поклонники, поэтому они очень себя тут достойно. Они на расстоянии вытянутой руки или все-таки могут? Нет, ну почему? Мы на концертах с удовольствием. У меня есть там номер, где я выхожу в зал и даю свой микрофон, собственно, людям попеть. Караоке. Просто обхожу весь зал, да, поэтому у нас очень близкий достаточно тесный контакт. А вот желания прыгнуть в толпу не было? Ну, пока такого желания не возникало, да. Подумайтесь об этом. Это хороший вопрос. Вы же часто автографы раздаете? А? Вы же часто автографы раздаете? Ну... Есть такое, что караулит, там просят расписаться где-то? Ну, частенько, но нет, обычно во время концерта у меня есть время, когда мне администратор приносит, ну, примерно вот такую стопку фотографий, ну, там, не знаю, 100-200. Я их все перед концертом подписываю, и они просто разлетаются, просто на следующий день ничего не остается. То, что человек раздает. Многие люди, девушки, любят, когда расписываются в каких-то частях тела. Было такое, что на каком-то интимной части вас просили расписаться? Или на груди там вот, что-то? Да, на груди, по-моему, было, на руке было. Рука это не интимная часть. Не, я просто говорю, что в принципе было здесь, попросили расписаться, и где-то на руке, кажется, здесь. Но вам все равно нравится внимание женской публики к вам? Мне нравится то, что у меня реально сейчас уже этот год получилось наконец-таки добиться того, чего я хотел. То есть, чтобы мои собственные песни, с момента песни «Встанем», как она была выпущена год назад, чтобы мои собственные песни, их полюбили люди, чтобы они их пели. И вот мне кажется, что у меня это получилось. Вот это мне очень нравится. И для меня это чудо. Ярослав, ты как-то рассказывал, комментировал там недвижимость на Рублевке, потом ты сказал, что у тебя этого ничего нет, но ты типа снимаешь квартиру. Да, так и все по-прежнему. Ты типа снимаешь? Да. У тебя же жена, ребенок. У меня на самом деле бывшая супруга, сегодня живут дочки в другом городе, в Москве. А нынешнюю супругу, да, мы живем вместе, мы снимаем квартиру. Но ты не планируешь, что приобрести недвижимость какую-то? Там, может быть, ипотеку взять или что-то? С моим концертным графиком я чаще просто, я не знаю, в отеле, да, катаюсь постоянно. Или нахожусь. С концертным графиком мне придется брать ипотеку. На самом деле, я действительно сейчас не думаю об этом, потому что в разъезде я дома-то очень редко бываю. Вот когда началась дикая популярность пришла, а какая-то вот почувствовала нагрузку на организм, что вот сильно уставать стало, что как-то за здоровьем больше следить пришлось? Ну, конечно, все-таки я не первой свежести, уже за 30 перевалила, скоро 32 будет, поэтому ощущается, ну и потом это ответственность в первую очередь, когда помимо всего прочего, ну тут такие, скажем так, песни, и творчество, оно обязывает тебя держаться в форме. Ты всегда должен быть супергероем. А как сказал, что ты не занимаешься спортом уже год? А? Сказал, что уже спортом год не занимаешься. Да. А как вот
без спорта, говорят, что спорт и молодости, и жизни придает, и даже после того, как устал. Наверное, надо. Ну, реально, что-то как-то желание нет. Ну, опять же, на концертах бегаешь, носишься, то есть это какой-никакой кардио. Ну, а в зеркало... перестанут. А в зеркало вот смотришь на себя, нравишься? Ну, конечно же, нет. А вот какая часть тела тебя в тебе не устраивает? Какая часть тела? Голова. Все же, от головы все проблемы. Погромче задать вопросы, фон плохо слышно. Окей. Когда ты говоришь, что приходишь, ложишься на диван, отдыхаешь чисто, а есть какие-то хобби, типа рыбалки? Вот у меня у отца, у моего, это даже не хобби, даже, наверное, увлечение по жизни, потому что он уже лет, наверное, 45 на протяжении лет 45 каждую неделю выезжает на рыбалку. Причем, именно подчеркну, на рыбалку ловить рыбу, потому что есть рыбалка, как мы все знаем, другая рыбалка, а он именно едет ловить рыбу. А тебе не нравится? А мне что-то как-то не прижилось это, да. Ну, мы с ним, когда в детстве я был совсем маленьким, мы ездили, но мне как-то не очень это... Ну, вообще, есть какая-то возможность вот увлекаться чем-то, помимо музыки, разгрузить мозг? Там кто-то готовит, наоборот, чтобы... Я раньше, когда вот была пандемия, да, все на удаленке находились, я очень был готовить. То есть, причем, ну, все абсолютно. А вкусное? Мне кажется, восхитить. Коронное блюдо. А? Коронное блюдо? Ну, что-нибудь такое в духовке, может быть, какая-нибудь... Не, ну, не утка, наверное, попроще, чем курочка. А когда альбом? Что? Когда новый альбом? Альбом летом, в начале лета. Сколько будет треков? Известно уже? Думаю,